Вань, ты в шапочке новогодней, там моя ж ты рыбочка. Два маленьких гномика. Привет! Привет! Мы сегодня наряжаем елку вместе с моей сестричкой Сонькой. Мы сегодня начали усиленно готовиться к Новому году. Всей семьей наряжаем елку. Соня помогает. Соня. Расскажи. Да. Алиска, я предлагаю, пока папа открывает елку, повесить Деда Мороза на окно. Давай. Давай. За наклейки. Тут есть наклейки. Ну что, вешаем, Алис? Да. Давай. Алиска, мы повесили Деда Мороза. Смотрите, какой он у нас красивый. Что такое, Соня? Ой, наша елочка нарядная на праздник к нам пришла. Алиска. Так, Деда Мороза наклеили. Что у нас там следующее по плану? Снеговички. Давай. Упали. Обалденные снеговички красивые. Давай, клеим. Дед Мороз, принеси нам много подарков. Да, Лиска? Вот, клей напивай. Класс. Главный украшатель с Машей и Медведем. Алисонька так старательно клеит снеговичков. Смотрите, какая уже красота. Новогоднее окошко. Супер. Вот такая красивая елочка у нас теперь стоит дома. И мы ее с Алиской... Алиска нарядила себя. Так, гномик. Дед Морозный гномик. Давай наряжать. У нас тут куча игрушек здесь. Новые здесь. Все достаем и красиво наряжаем. Я хочу вот это открыть. Давай. Вот это вот я обычную коробку, то, что я выбрала сама. Давай. Наряжаем елочку Деда Мороза. Класс. Сейчас она у нас будет красивая и нарядная. Вешаем. У нас тут лунтик идет. Какую мы вешаем красивую конфетку? Да. Супер. Ну куда ж ты на ту же самую-то повесила? Тут же уже висит шарик. Давай вот сюда, например. Или вот сюда. Вот сюда предлагаю. Давай. Оп. Какая крутая конфета. Как настоящая. У нас уже елочка преображается. Что ты вешаешь? На елочку вешаешь елочку? Давай. Хе-хей, привет! Мы наряжаем... Ты меня видишь? Лево! Мы наряжаем елочку! Так, что, домик вешаем? Да, вот с этой стороны. Давай. Соня стырила конфету, Соня стырила конфету. Вешай назад, вешай, моя девочка. Вот тут она висела, да? А эту я заберу, скажи, да? А эту конфетку я заберу. Опа! Вот и моя конфетка. Сонь, ты в шапочке новогодней. Там моя ж ты рыбочка. Два маленьких гномика. Ну что, у нас уже красота. И с этой стороны посмотрите. Наряжаем полным ходом. Можете еще столь посмотреть. Вставать. Ой, да, она со всех сторон красивая. Вот с этой даже снеговичок, который бегает, висит. И снеговичок висит, да вообще красотень. Но мы еще не закончили. Зима и лето встроенная, зеленая была. Ну что, последний рывок, Алиска? Да! Мишура! Смотрите, какая красота! Какие песенки? Песенки про Новый год. Да ты что? Так, бусы. Бусы и мишура. Елка будет готова. Так, бусы.
зеленые звезды. О, кот пришел! Мы думали, где кот все это время был? А он спал, Кекс. Тебе тут игрушек понавешали. Мне вообще вот эти тапки так нравятся. Они вообще крутые. Алиска, где наш Дед Мороз? Носки вешать будь. И носки будем вешать. В этом же где? А где наш Дед Мороз? Сейчас принесу. Так. Бабушка нашла шарик. Недовешенный. Вот тут Дедушка Мороз. А вот наш Дедушка Мороз. Смотри, какой классный. Вот так. Поставили Дедушку Мороза. Будет ждать своего братана. Алиса, ты там кого насажала? И Деда Мороза, и оленя, и кота. Ну что, вот такая у нас красивая получилась елка, нарядная, новогоднее настроение сразу появилось. Ну что, давай теперь прощаться? Да! Всем пока! Всем пока и подписывайтесь на наш канал, если любите Новый год. Пока-пока! Пока-пока! Всем, кто любит Новый год и ждет подарков от Деда Мороза, ставим лайки! Да!